Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Буква Не в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук Не говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Буква Ф в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Эти люди, благодаря своей необыкновенной интуиции, убеждены во мнении, что истинной реальностью является мир духа, а не материи. Поэтому они точно знают, что именно представляет для них ценность. Буква Я в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква Р в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Они стремятся постичь истинный смысл своего существования. Эти интеллектуальные поиски способствуют обретению знаний, что в сочетании с возвышенными этическими принципами позволяет этим людям стать признанными авторитетами во многих областях человеческой жизни. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Книги владельцев этого имени часто становятся бестселлерами, вдохновляя следующие поколения вечных странников поднимать паруса и отправляться в странствие. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. В любви требуют уважения, но часто портят отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.